Сегодня состоялось заседание Политсовета Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия». После обращения жителей на личном приеме главе муниципалитета решается многолетняя проблема подтопления Тарусского переулка, пересекающего улицы Космонавтов, Карла Маркса и Пролетарскую. Из-за огромных луж здесь было не пройти, не проехать. Подтопления у нас были как раз в этих местах, и у нас дом стоит там пятиэтажный на улице Космонавтов, где очень проблемные были, постоянно подтапливал, затапливал, дом разрушался из-за этого. Сейчас вот принято решение, и уже ведутся работы по строительству ливневой канализации от поймы реки Нара снизу, прямо под Тарусским переулком и туда до улицы Космонавтов. Сейчас прокладывают трубу для отвода воды, устанавливают водоприемные колодцы. Работы ведутся силами подрядной организации. По окончании строительства ливневки здесь решится проблема подтопления. Завершить работы планируют в конце мая. В ближайших планах гидродинамическая промывка системы ливневой канализации на привокзальной площади и улице Советской.